прекрасный вечный Кельталас. В последний раз я был здесь еще мальчишкой. Будь осторожен. Скорее всего, эльфы ждут тебя в засаде. Эти тщедушные создания мне не помеха. Их трупы станут очередным пополнением нашей армии. Не будь слишком самонадеянным, рыцарь смерти. Эльфов не стоит недооценивать. Увидим. Приведите пленника. Как нам попасть в твои земли, эльф? Для тебя, падший принц, Кельталас закрыт. Сами леса стерегут наши границы. Но главной преградой на твоем пути станут эльфийские врата. Ваши драгоценные врата задержат меня не дольше, чем обычные деревья. Пригоните мясные фургоны и проложите путь. Здесь только силы. Убей эльфов, сравняй их домой с землей. Разбей здесь собственный лагерь. Лучшего места не найти. С удовольствием. Нежить приближается. Предупредите стражу. Приветствую, ребята, на канале Rolling Game Online. С вами Росси, и мы продолжаем играть в Warcraft Reforged за плеть. Третья глава. Артас путешествует с призраком Калтузеда. Идет в нужное место для того, чтобы предать Калтузеду плоть. Ну и, конечно же, будем выполнять дальше задание Короля Лича, который возлагает на нас ответственную миссию. В интерлюдии мы видели, что демоны что-то затеяли против нас, это точно. Но ничего, всех победим. Ну а пока надо разобраться с теми эльфами, с древними эльфами, которые представляют для нас угрозу. Вам здесь нечего делать. Я Сильвана Ветрокрылая, предводительница следопытов Лунасвета. Советую повернуть назад. Это тебе стоит повернуть назад, Сильвана. Перед тобой сама смерть. Делай, что хочешь. Врата, ведущие в сердце нашего королевства, надежно защищены магией. Ты не пройдешь. Кто-то мне так уже говорил, что ты не пройдешь. Вспомнил, когда Артас был хорошим мальчиком, ему за это говорил страж, который охранял ледяную скорбь. Ну и где этот страж сейчас? Подожди, так ты еще драться со мной пришла? Говори. Сильвана, ты шо? Ты так больше не делай. Наконец-то. Как-то так. Только жалко моих пацанов, конечно, что их убили. Бурдалаки могут пожрать трупы. Да понятное дело, но осадок-то остался. Некромант. Теперь вы можете некромантов в храме проклятых. Они могут призывать скелетов воинов с помощью воскрешения мертвых. Завершён. Хорошо. Так. Жизнь занерзула. Давайте, короче, арбайтен. Я жажду служить. Даже не знаю, куда поставить этих дурачков на лес, они же как сумасшедшие, блять, его рубить сейчас будут. Наверное, пускай пока этот вырубит. Где вы там? Вперед. Ну, у них еще есть признаки каких-то ума. Они еще разговаривают. Так, ладно, склеп. Да свершится предначертанное. Кладбище. Твоя воля исполнится. Да, повелитель. Скорее бы уже появился второй герой. А то как-то, мне кажется, Артасу самому скучно бегать. Исполню с радостью.
Да свершится предначертанное. Блин, не хватает твоя так мне земли. Призыв завершен. О, теперь больше земли стало. Где прольется моя кровь? Ладно, как-то так. Будь осторожен. Так, а вы на будущее. Если что, сразу призывайте скелетов. Итак, задача. Значит, уничтожить эльфов-странников, охраняющих врата. Чтобы добраться до Луны Света, вы должны уничтожить магические врата, охраняемые лучшими эльфийскими воинами. Вот у нас тут есть три каких-то точки подсвечивает. Склоняюсь. Разберемся. Твоей волей. Призыв завершен. Твоя воля. На всякий случай завершен. Расставляю. Все. Да свершится. Так. Призыв завершен. Давайте еще. Нужно больше золота. Два бурдалака. Пошлем их на дерево. Призыв завершен. Призыв завершен. Кладбище. Призыв завершен. Золота пока не хватает. И есть. Давай тоже. И руби металл. Так, значит, мы по припасам нормально себя чувствуем. Что здесь 145, 100. Блин, надо подкопить золото. Подкопить. Так, а мы пошли посмотрим, что там вообще у нас происходит. Призыв завершен. Призыв завершен. Жаждет крови. Пойдем посмотрим, что там нам эльфы приготовили. Артов, в принципе, может и потанчить. Жаждет крови. А, наконец-то. И что это? Наконец-то. Ни хрена не понял. Ну и пришел я сюда еще дальше. Дополнительных задач нет. Исследование завершено. Очень интересно, но ничего не понятно. Но очень интересно. Ладно, пойдем туда. Давайте теперь зиккураты поставим. Стреляющие. Вот пока мы ни хрена не поставим. Ну что еще? Так-то лучше. Ну и здесь такие же вот эти знаки. Это что, тут надо кого-то поставить, я не знаю, или что? Ага, ну тут пойти. Тут понятно. Тут мы делаем вот так. Так. И вот так. Завершено. А вот здесь, завершено. Вот здесь я вижу, нам понадобится улучшение помощь завершено. Наших друзьяшек. Раз, два, три. Какова воля тьмы? Исследование завершено. Ребята, главное не перестарайтесь, а то вы что-то так валите в одну и ту же точку. Бездумно, бездумно. Сейчас немножко возьмем с собой бурдалак. Я уже тут... То, что здесь кто-то стоит и ждет, пока мы зайдем, дадим ему по щам. Золота еще пока не хватает. Еще чуть-чуть есть. Так, ладно, все. Прекратите. Будь осторожен. Мертвые служат тебе. А у меня их вроде два было. Никто не смеет мне приказывать. Я его потерял. Где-то, короче, одного своего этого дурачка потерял. Ну ладно. Талак пришел, все, пошли. Ледяной да, у нас тут гнол надзиратель. Обитатели этих лесов поднялись против нас. Ну, зато фолиант силы. А, вот он, дурачок. Я-то думал. Будь осторожен. Скелетов нахуй завали, блин. Говори. Так-то лучше. Все, погнали дальше. А,
наконец-то. Так-то лучше. Наконец-то. О, поселение их. Нежить наступает. Найдите Сильвану. Сильвану мы уже нашли, она там. Кости ее догнивают у нас возле базы. Никто не смеет мне приказывать. О твоих страданиях сложат легенды. Мертвые ждут. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то. Найдите Сильвану. Найдите, спасите. Хотя можно взять. Наконец-то. Скажите мне. Тут можно взять. Ледяная скорбь жаждет крови. Пойдем вниз, посмотрим, что там чинит. Послушников и еще одну. Лучше. Еще один рудник. Оплести. Да, вот повелитель. Будь осторожен. О, артефакт. Это я люблю. Блин, убили этого. Будь осторожен. Некроман. Жесть. Жесть. Убили некроманта, мы при этом были. Так, свиток исцеления возьмем. Возьмем зелье маны. Свиток защиты. Нафиг, не надо. Ну что еще? Хавайте. И ты хавай. Так, и нам надо. Пожалуй. Еще некромантов. Так, что ты там оплетаешь? Чего желает мой повелитель? Здесь некрополь. Да свершится предначертанное. Ой, чужи. Обратно. Исполню с радостью. Это мне нравится в нежити, что не надо вот это ждать. Говори. Пошли дальше. Наконец-то. Смотреть. Наконец-то. Мирные эльфы. Трусливое создание. Это точно. Ледяная скорбь жаждет крови. Тоже поинтересней. Улучшение завершено. Никто не смеет мне приказывать. Ледяная скорбь. Я вас понял, тачки, выезжаем. Это разборки для нормальных пацанов. Надо сначала его слить. Вот так. Потому что эти хиллеры, они думают, что они незаметные, что я не знаю за них. А все, мы разбили. Какова воля тьмы? Ну а что ты не призовешь? Вот так. Удиви меня. Так же веселее. Ну что еще? Хиллера сразу в хиллера. Как-то лучше. Вот так. На быструю смерть. Его слили, и хорошо. Призыв завершен. Я хотел, ребят, не склад еще, правда, призвать, ну ладно. А, наконец-то. У меня что-то их так тут до хрена, блин. Я явно не справляюсь. Никто не смеет. Вот руководство мне одну разбили. Ледяная скорбь жаждет крови. Да умри. Трусливое создание. Значит, вернемся к нашим этим. Сюда, сюда. Призыв завершен. Ну, что еще? Хотите по-взрослому? Сейчас получите. Ледяная скорбь. Где там? Еще одну труповозку разбили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так-то лучше. Будь осторожен. Сразу хиллера. Наконец-то. Давай, но давай, давай, давай. Передомажьте его, наконец. Иди хавай. Какова воля тьмы? Говори. Вы смотрите, как они все лезут и лезут, лезут и лезут. Трепещите, враги плети!
наконец. Мертвые слушатели. О, наконец-то. Скелетов смог призвать. Никто не смеет. Ребята мои сюда уже добегают. Это что, казарма? Да, это казарма. Надо было сначала их разбивать. Ты узнаешь, что такое бой. Так, а где там у нас в бойне, да? Надо я бойню поставить. Служить. Так, тут у нас все готово. 5 послушников хотят к нам присоединиться, просто стесняются. Будь осторожен. На бойне ж можно поставить этот, я уже и забыл, если честно. Жизнь замерзула. Катапульты ж можно делать. Ноти. Мясные. Так, бойницу мы делаем. Рам проклятых можно тут поставить. И можно пару зиккуратов. Нельзя сотворить воля исполнится. Вот так. Склоняюсь перед твоей волей. Говори. Все стоим, чего ждем. А, они до последнего носят золото, правильно? Проклятые ждут приказов. Где прольется моя кровь? Да нигде она не прольется. Кому ты нужен, мать бога? Никто не смеет мне приказывать. А где же ваша защитница Сильвана? Что-то я ее не наблюдаю. Ждут приказов. Передумал? Жизнь замерзула. Да, повелитель. Будь осторожнее. Призыв завершен. Призыв завершен. Наконец-то. Ух ты. Тихо. У нас вон что там. Призыв завершен. Послушники могут ремонтировать поврежденные мясные фургоны и другую технику. Окей. Будем знать. Мы улучшим некромантов. Сюда можно послать пару фургонов. Так, тут ставишь. Некрополь давай сюда. А, все, мы разбили уже там башню. Вперед. Тогда. Где пройдется моя кровь? Не надо чинить случайно, нет? Ну ладно. Исполню с радостью. Говори. Улучшение завершено. Это хорошо. Сейчас там еще мы некромантов немножко улучшим. Наконец-то. Наконец-то. Низкий. О, пойдем туда к руднику. Все, вот я глава дурная. Я понял, это можно типа показывать, что здесь можно разбомбить лес и пройти. Исследование. Да. Был бы я умнее ракушки, то конечно, да. Давай еще пару этих. И мы ворвемся к эльфам на рандеву. Никто не смеет мне приказывать. Странники. Привет, странники. За короля лича. Так-то лучше. Так-то лучше. Источник здоровья. Только хотел сказать, было бы. Было бы прикольно, если бы это было бы. Наконец-то. Ух ты! Сильвана. Склоняюсь. Ничего себе. Так вот, было бы прикольно, если бы так было, к примеру, не источник здоровья, а источник жизни. И наш такой вопрос, как бы сразу, о какой же жизни, если мы уже мертвы. Говори. Сильвана. Наконец. Нормально же общались. Завершен. Ну что еще? Пока мои эти добегут. Будь осторожен. Как ты проскочила, а? Будь осторожен. Подружанька ты моя. Ты узнаешь, что такое боль. Так-то лучше.
Блин, труповозку мне набили. Мой повелитель. Нет, подожди, еще. Давай еще. Вот так. И вот так. Завершен. На всякий случай. Повелитель. Так, и здесь мне надо 4. 1, 2, 3, 4. Ну что еще? Погнали. 2 труповозки есть, хватит. Наконец-то. Наконец-то. Так что, короче, мне нужно было здесь пробиться вот сюда. Наконец-то. Я туда не могу не сходить. Ладно. Не буду терять время, я так затягиваю. Ледяная скорбь жаждет крови. А эти безумцы, безумцы ждут приказов. Вырубили весь лес. Наконец-то. Так-то лучше. Призыв завершен. Так. Опа. Говори. О твоих страданиях служат люди. Ждут приказов. Что продается? Что-то интересное? Или все то же самое? Никто не смеет мне приказывать. Наверное, все то же самое продается. Ледяная скорбь жаждет крови. Вернемся сюда, попробуем пробить. Наконец-то. Все-таки здесь проход. Или вот сюда проход. Тут тоже можно пройти. Улучшение завершено. А давай вперед. Не надейся на быструю смерть. Это чтоб Сильвана сильно не появлялась. Вы вот это бейте. Ну что еще? Трусливое создание. Вот никто так. Не смеет мне приказывать. Жалко, что у некроманта, блин, мало маны. Ледяная скорбь. Сейчас мы казармы эти добьем, уже будет проще. Говори. Есть такое дело. Теперь надо забить башню вот эту, чтобы она нам не мешала. Не могу понять, это женщина или мужчина? А, это женщина или мужчина. Никто не смеет мне приказывать. Хотя для нас сплетья, какая разница, кого убивать? Мы гендерно нейтральны. Ледяная скорбь жаждет крови. Так. Чего желает мой повелитель? Работайте. А нам сюда надо, наверное, под подкрепление небольшое. Ну что еще? Будь осторожен. Ты. Союзники пришли. Я разных цветов. Это так интересно наблюдать за ними. Там целые пламы. То один цвет приходит, то другой цвет приходит. Так-то лучше. За короля лича. Трусливое создание. Наконец-то. Так, а отсюда мы можем сюда нам прислать немного мясных фургонов. И, наверное, пора уже нам прислать сюда некромантов чуть-чуть. Говори. Да, конечно, им далеко бежать, но что делать? Где пройдёт? Сюда уже, наверное, можно подтягивать. Да свершится. Рудник почти истощился. Твоя воля исполнится. Ну что еще? Ну, скелетики нам на помощь. Меня. Вереница наших воинов через всю карту сюда бежит. Никто не смеет мне приказывать.
Конечно, Артас, конечно. Кроме повелителя ужаса. А так больше никто не может, и кроме короля Лича. Я жажду служить. Да, повелитель. Говори. Наконец-то. Рудник тут скоро обрушится, говорите, да, 800 копеек. Ну да, в принципе, ну и как раз сюда перейдут. Удиви меня. Угу. Нечестивое бешенство у нас теперь добавилось. Будь осторожнее. Погнали. А, наконец-то. Ну так, теперь погнали. Так-то лучше. Я вас сделаю. Отряд один. Жаждет крови. Ледяная скорбь жаждет крови. Заглянем сначала сюда. Наконец-то. Источник маны. Отлично. Что такое боль. А в них, наверное, нельзя, да. Не восприимчив к магии. Ледяная, ну ладно. Скорбь. За короля Лича. Ледяная скорбь. Так-то лучше. Тогда дайте Артасу взять ваш артефакт. Что ж вы за люди-то такие? Ледяная скорбь. Так вон все. Жаждет крови. Иди бери. Так-то лучше. Наконец-то. Так, мана у нас полная. Чуть-чуть вернемся. Завершен. Наш рудник ледяная скорбь. Жаждет крови. Твоей волей. Исполню с радостью. Сейчас тут чуть-чуть отставим декуратов на всякий случай. А то я вижу, что Сильвана берется из ниоткуда. Да, и потом уходит в никуда. Все. Призыв завершен. Так, говори. Ребята, продолжаем. Наше ранда-ранда-рандеву. Наконец-то. О твоих страданиях сложат легенды. А, наконец-то. Трусливое создание. А, наконец-то. Топ-хиллера сыграли, считать уже выиграли. Ты узнаешь, что такое боль. Так-то лучше. Призыв завершен. Призыв завершен. И это хорошо. Призыв завершен. Призыв завершен. Так, а что тут у нас? Надо Такова еще подсобрать на всякий случай. Чтобы у нас была какая-то армия, так сказать, на подхвате. Если сейчас нам это разобьют, резко всю. Ледяная скорбь жаждет крови. О, вот что я говорил. Где она взялась? Откуда? Так-то лучше. Улучшение завершено. Наконец-то. Ладно, Сильвана, придется прийти и опять тебе дать завершено. По губам. Твоим бесстыжим. Тьма зовет меня. А, наконец-то. Не надейся на быструю смерть. Киллера сразу. Или в лекаря. Такой, наверное, будет он проще. Ну, опять. Так что, видите, не зря я тут армию пытался собрать. Наконец-то. И выстроил зиккураты. Не зря. Я как чувствовал, что она придет из ниоткуда. Тьма зовет меня. Ну что еще? Ничего здесь нельзя с ними планировать. Нечестно так, берутся из ниоткуда. Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. Так-то лучше. Наконец-то мы добрались до эльфийских врат. Продолжайте атаку. Не щадить никого. Ты узнаешь, что такое боль. А, наконец-то. Лекарь. Ледяная скорбь. О твоих страданиях сложат легенды. Есть.
лекарь. Мертвые служат тебе. Никто не смеет мне приказывать. Хорошо, что у меня сейчас скелетов будет куча. Куча скелетов. Скелетов много не бывает. И что ж, те эльфов сливают пытов, которые охраняют врата. Хорошо. Короче, у меня армия скелетов сейчас зарешает, походу. Для того, чтобы они не могли призывать своих там ребят. Так, что у меня тут собралось уже? О, немножко труповозок есть уже. Удиви меня. Этих мы кинем туда, на вот эту пушку. Башню, точнее. Если что, сразу готовьтесь. Вот так. Все, разбивайте все подряд, крушите, вы же плохие ребята. Никто не смеет мне приказывать. А что там? О, гнул тюремщик. Пойдемте, некроманты, с ними разберемся. Так-то лучше. Главное, еще тут не в этот. Удиви меня. Артас, я надеюсь, они тебя не забьют. Наконец-то. Пацаны, призывайте своих скелетов. Ну, пора уже. Ну, подождите, я не успел добить. Нет. Блин, а тут там что-то еще выпало. Шинду Фалана. Отходим ко вторым вратам. Отступаем. Эльфийские врата пали. Вперед, мои воины. Вперед, к победе. Вот так. Вперед и к победе. Готово. 33 минуты. Да, здесь миссии пошли немножко длиннее, чем за альянс прохождения. Глава 4. Ключ трех лун. Несколько минут спустя за уничтоженными эльфийскими вратами. Но это уже будет следующее видео. Ребятки, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. С вами был Росси. Вы были на канале Early Game Online. Всем пока и до скорых встреч.